Подъем в 6 утра, медитация, зарядка, регулярные посещения спортзала. Сейчас у Елизаветы уже привычный режим тренировок. Но еще в феврале у спортсменки каждый день был расписан по минутам. А все потому, что она готовилась к Кубку России по карате. Мы ездили в Нижний Новгород, все команды. В составе был тренер Лизунков Игорь Александрович и наши ребята. Команда у нас дружная, все вместе поддерживали друг друга. 17 лет назад Лизу привел в единоборство отец, и с тех пор она только побеждает на различных соревнованиях. В этом году воспитанница спортивной школы «Лидер» выступила в весовой категории свыше 68 килограммов и завоевала золотую медаль. Девушка особенно благодарна за поддержку команде, близким и, конечно же, своему тренеру Игорю Александровичу. Лиза Ткачева очень талантливая сама по себе, очень отзывчивая, очень коммуникабельная. Человек, который любит карате, она посвятила свою жизнь уже карате. Она тренер по карате и еще пытается как спортсменка себя реализовать. Сейчас Лизе 21 год. Она продолжает учиться на тренера и уже сама проводит занятия для детей в спортшколе. О тренировках и подготовке к соревнованиям каратистов смотрите подробнее в программе «Про спорт». Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».